Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на моем канале. В этом видео вы узнаете, как приготовить вкусное сладкое имбирное печенье без вреда для своего здоровья. Если вам интересно, как есть полезно и при этом вкусно, оставайтесь вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, поехали? Для приготовления имбирных печенек нам понадобятся следующие ингредиенты. Весь рецепт я также пропишу в описании, так что обязательно заглядывайте и берите себе на заметку. Итак, сначала я смешиваю все сухие ингредиенты. Высыпаю стакан муки. Беру корицу. Высыпала все. Беру имбирь, 2 чайные ложки, а также кардамон. Все смешиваю хорошенечко. Также добавляю 1/2 чайной ложки соды. Вбиваю в сухую смесь 2 яйца. Беру мед. И добавляю к получившейся массе. Отрезаю кусочек сливочного масла и добавляю. А теперь время тщательного перемешивания. Именно во время приготовления я поняла, что у нас в квартире нет скалки, поэтому мне пришлось воспользоваться пищевой пленкой, так что не удивляйтесь. Кстати говоря, она, между прочим, отлично справилась с этой задачей. Отправляем наши печеньки в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут. Когда все печеньки у нас приготовились, мы их сначала попробовали, и оказалось, что в принципе можно добавить немножечко сладости, и я решила сделать такой кремушек, который состоит из сахарной пудры и лимонного сока. Итак, показываю вам результат. Печенья получились очень вкусные, нежные, хрустящие. Эти печеньки смогут оценить настоящие любители сладкого. Особенно, если сделать вот такую вот вкусную и красивую помадку. Я благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить свои лайки, оставлять комментарии. Я желаю вам хорошего дня. И на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, и мы скоро увидимся.